В священный месяц Рамазан беглые президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев провели ифтары. Кстати, они прошли не на родине, а в России. Если Акаев принимал участие в ифтаре, то Бакиев нет. Это не первый раз, когда эксы проводят подобные встречи. Сегодня в отставку ушли три чиновника из команды премьер-министра Абылгазиева. Кресел лишились руководитель аппарата правительства, его заместитель и глава Госкомитета информтехнологий. Все ушли по собственному желанию. Причиной ухода во многом послужила ситуация с КТ Мобайл. Американские дипломаты провели дегустацию кыргызских национальных напитков. Свои впечатления от необычного для них вкуса они записали на видео. Они попробовали максым, чалап, а также курут. В общем, им понравилось.